Национальный университет Одесская юридическая академия выиграл грант на переподготовку следователей Государственного бюро расследований. Встретился с представителями ГБР всех областей Украины президент вуза Сергей Кивалов. Многие следователи будут проходить повышение квалификации именно в Национальном университете Одесской юридической академии. За это право боролись все практически юридические вузы нашей страны, юридические факультеты. Но мы показали свои знания, мы показали свои учебные планы, свое видение на повышение квалификации следователей и детективов ДБР. И вот мы сегодня запускаем учебный процесс. Одно дело готовить тех, кто поступает к нам после школы, то есть это выпускники школ, а другое дело готовить тех, кто уже имеет стаж юридической работы, тот, который имеет уже и стаж следственной работы. Я горжусь тем, что сегодня повышение квалификации для следователей и детективов ДБР будут проходить именно в городе Одессе, непосредственно в Национальном университете Одесской юридической академии. Сегодня у следователей ГБР уже прошло первое занятие. В конце курса будет проведено тестирование и вручение соответствующих сертификатов. В дальнейшем планируется сделать подобные курсы на постоянной основе, чтобы осуществлять переквалификацию следователей по различным направлениям. Від імені керівництва ДБР мені було доручено висловити слова вдячності Сергію Васильовичу. І відповідно, ми сподіваємося на наше постійне співробітництво і якраз реалізацію тих задуманих кроків, які будуть здійснені в межах співробітництва з міжнародними партнерами і з подальшою підготовкою різних категорій співробітників ДБР. У нас на перспективу готувати і оперативників, і спеціалістів з інших підрозділів. Тому лише сьогодні перший крок, який буде плідним і, сподіваюся, успішним. Также президент Одесской юридической академии предложил следователям территориальных управлений ГБР в дальнейшем защитить диссертации, получить ученые степени, читать лекции студентам вуза. Уважаемый президент академии рассказал нам очень много интересного об этом учебном заведении, предложил продолжить обучение, защитить кандидатскую диссертацию, да, последующую, поступить на кафедру. А вот рассказал об истоках этого заведения, очень много интересной информации. Я в этом городе и в этом заведении первый раз, поэтому мне очень интересно. После окончания курса переподготовки следователи ГБР смогут эффективно применять практику Европейского суда по правам человека в процессе расследования уголовных правонарушений. Правильно применять тактику и методику досудебного расследования преступлений повысят квалификацию в сфере оперативно-розыскной деятельности.